Синедрион можно назвать Верховным Иудейским судом. We see the prominence of this council very much during the Maccabean. А вот этот суд или совет приобрел большое влияние в Маккавейский период. However, it was not actually called the Sanhedrin until about 63 BC, when Pompey brought Judea under Roman control. Однако вот этот иудейский верховный совет или суд не назывался Синедрионом до 63 года. Только когда Помпей вторгся в Иудею, тогда этот суд стали называть Синедрионом. However, there is evidence of this Jewish court as early as the Ptolemaic period. In 300 BC. Однако есть свидетельство того, что этот иудейский суд существовал еще во время правления Птолемеев. Это 300 год до нашей эры. Now the Sanhedrin was located in Jerusalem, and it was presided over by the high priest. Синедрион располагался в Иерусалиме и председательствовал в этом суде первосвященник. And thus, for most of its history, it was dominated by the Sadducees. На протяжении большей части истории в основном в Синедрионе были саддукеи. However, as we saw during the reign of Salome Alexandra, there was a she combined the Sanhedrin with Pharisees and Sadducees. Однако мы с вами говорили о том, что во время правления царицы Соломеи Александры были допущены в Синедрион и фарисеи. Now during the New Testament era, during the life of Christ, the Sanhedrin was made up of senior priests. Вот во время эпохи Нового Завета и во время жизни Иисуса Христа в Синедрионе в основном были священники, старшие священники. And these senior priests were made up generally of Sadducees and scribes. Естественно, что вот эти священники были либо саддукеями, либо книжниками. And then there were also elders who were generally Pharisees. А кроме этого были старейшины, а старейшины были в основном фарисеями. And this Sanhedrin came to be a very powerful force because it governed Jewish affairs, especially in Jerusalem. Синедрион стал очень могущественной такой силой, потому что он разбирал гражданские дела иудеев в основном в Иерусалиме. Now the Sanhedrin viewed itself as having power even to control the actions of the king. Синедрион считал, что у него достаточно власти для того, чтобы контролировать деятельность самого царя. However, when it sought to convict and execute Herod while he was still governor of Galilee in 43 BC. Однако, когда они однажды предприняли попытку обвинить Ирода и также приговорить его к смерти в 43 году до нашей эры. It gained the hatred of Herod. Когда он еще был правителем только в Галилее, тем самым своим поведением они вызвали его негодование и ненависть. So when Herod became king, he suppressed the Sanhedrin and tried to show that it had no power over him. Эта попытка была неудачной, и поэтому, когда Ирод в конце концов стал царем, то он фактически лишил Синедрион какой-либо власти, чтобы показать, что они ее не имеют. So during Herod's reign, the Sanhedrin lost almost all of its power and influence. Поэтому во время правления Ирода Великого Синедрион фактически потерял все свое влияние и власть. But again, after Herod died and Archelaus was deposed in Judea, and governors ruled Judea. Но помните, мы говорили о том, что после смерти Ирода и после того, как был свергнут Архилай в Иудее, the Sanhedrin again regained some of its power. Когда появились римские прокураторы, тогда Синедрион снова восстал из пепла. And under the Roman governors, who were at first called prefects and later procurators, при римских правителях, которые вначале называли префектами, а позднее их стали называть прокураторами, the Sanhedrin could pronounce judgment in both religious and civil matters. Синедриону была дана власть как в религиозных, так и в гражданских
делах, и они могли выносить приговор. It could even issue a death sentence. Они могли даже вынести смертный приговор. Although it could not carry out the sentence without the approval of the procurator. Однако вот осуществить этот смертный приговор они не имели права, если бы не получили одобрение со стороны Рима. And when we talk about the events of the surrounding the crucifixion of Christ, we'll see how the procurator and the Sanhedrin worked together to bring about Christ's death. А вот когда мы будем говорить о тех событиях, которые происходили во время распятия Иисуса Христа, мы увидим с вами, что Синедриону пришлось сотрудничать с римским прокуратором для того, чтобы решить вот этот вопрос казни. So we often hear people refer to as the death sentence of Christ an illegal activity. Очень часто люди говорят о том, что вот смертный приговор, который был вынесен Иисусу Христу, он был незаконным. But at least as far as the procurator's role in the sentencing of Christ's death, the Sanhedrin handled this case properly. Но в то же время Синедрион поступил именно в соответствии с теми правилами, которые существовали в то время, так как не сделал ничего сам без одобрения римского прокуратора. However, later the execution of the stoning of Stephen was not a legal activity. Однако вот побиение камнями Стефана было незаконным. Because the procurator was not consulted. Hello. Там, потому что в это время никто не спрашивал прокуратора. Now, when we think of the dispersion of the Jews, а когда мы говорим о диаспоре или о рассеянии евреев, we think of it as taking place primarily after the destruction of the temple. Мы думаем, что это произошло в основном после разрушения храма. And we need to note, however, that the dispersion of the Jews began at the time of the exile in the Old Testament. Однако мы должны с вами понимать, что начало диаспоры или начало рассеяния было еще во время пленения в Ветхом Завете. But what we need to note about the dispersion is that Jewish people were scattered throughout the entirety of the Roman Empire. Нам необходимо помнить лишь о том, что евреи рассеялись по всей Римской империи. And these were people who grew up in Roman culture. Получилось, что эти люди уже жили в римской культуре. And were more influenced by the Roman way of life than they would have been had they grown up in Israel. И поэтому большее влияние на них оказал римский образ жизни, а не израильский. And so many of these Jews that grew up outside of Israel were called Hellenistic Jews. И поэтому очень многие евреи, которые жили за пределами Израиля, стали так называемыми евреями-эллинистами. Influenced by Greek and Roman philosophy. Эллинисты – евреи, которые оказались под влиянием римской и греческой философии Now, жизни. Now, the significance of this for us and our purposes of New Testament history. Какое это имеет отношение к изучению истории Нового Завета? Is that we need to note that the Apostle Paul, who grew up in Tarsus, это имеет отношение к тому, что апостол Павел, который вырос в Тарсе, was a Hellenistic Jew. Был тоже евреем-эллинистом. And so these Hellenistic Jews became very influential in spreading the Jewish way of life throughout the Roman Empire. И с другой стороны, вот эллинисты-евреи распространяли иудейский образ жизни в Римской империи, там, где они находились. And because they were away from Jerusalem, they gathered in places to teach one another, which were called synagogues. А так как они были далеко от Иерусалима, они собирались вместе в местах, которые назывались синагоги, для того, чтобы назидать друг друга. And these synagogues were started by laymen. Эти синагоги стали появляться благодаря обычным верующим людям. But as time went on, these lay people realized they needed
to be taught by people who have been more educated in the doctrines of the Hebrew faith. Но со временем эти обычные евреи, которые собирались вместе, стали понимать, что им необходимы учителя, которые были образованные, которые лучше понимали доктрины веры. And so they would bring the Bible scholars into the synagogues who were the scribes. А поэтому они приглашали богословов и тех, кто изучал Писание, книжников. And these scribes became their teachers. А книжники начали их обучать. And the word for teacher is rab. А вот слово учитель это раб. In the more personalized form for my teacher is rabbi. А если говорить мой учитель, то это будет раввин. And with the passage of time, rabbi became synonymous with teacher. Другими словами, когда евреи говорят раввин, подразумевают мой учитель. Now the importance of this of the synagogues is that this became the point of contact for the early Christians to hold their meetings and to share their faith as well. Какова же важность появления синагог? Дело в том, что в раннем христианстве христиане также начали собираться по синагогам. Jesus' first teaching was in the synagogue. А Иисус Христос прежде всего преподавал в самом начале преподавал в синагоге. The first missionary efforts throughout the empire were the Christians going to the Jewish communities and sharing their faith in the synagogues. Первым миссионерским полем для деятельности были еврейские синагоги, потому что они благовествовали в своей общине. And the early Christians taught in the synagogues. И первые христиане также учили в синагогах. And when they were no longer welcome in the synagogues, после того, как их уже перестали принимать в синагогах, they formed their own assemblies after the pattern of the synagogue. Тогда они тоже, они стали собираться сами отдельно, однако устройство переняли у синагоги. And so we see that the dispersion of the Jews became a channel for Поэтому мы можем сказать, что рассеяние евреев также способствовало распространению христианства по всему миру. So these are aspects of Jewish culture that we need to understand if we want to have a full understanding of what conditions were like during the life of Jesus. То есть вот эти вот аспекты религиозной культуры нам необходимо было уяснить, если мы хотим намного шире понять, каким было время, когда жил Иисус Христос и апостол. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.